Good music, Янин. Good, eh? Music. Что-то еще можешь сказать? В нем больше нечего говорить, это просто пляж. Он с белым песком, небольшой, уютный. Пользуется популярностью здесь. Вот такой у нас Коннорс Бэй. Он относится к Протарасу, но многие туристы из Айянапы сюда приезжают тоже. Очень уютный такой, красивый. Наверху тут есть душевые кабинки, кафе, мороженое продают. Рады. Да? Сейчас я покажу вам. Так, вот здесь вот у нас душевые. Здесь у нас кафе, можно перекусить. Ceremony, people brought olive branches from the churches which were blessed by the priest, and until the next year, in other words until this week, which is Holy Week, they will be using these olive branches. They do the blessings. God bless you all. I'm not a priest, but we usually do this at home as well. Usually the oldest person can be either a man or a woman. They would prepare this. If somebody is going to travel, come quickly. Elana Segabnisa, you know, to wish you good luck and to protect you. Even in West situations, you know, when soldiers are going to go to the front, which we hope that does not happen, or when a relative is going to travel abroad, they do this. Or if you want your family, your house, your apartment, wherever you live, you know, to be blessed, to be protected, use the cabinet.
Что? Расскажи, что будет для блога бомбой. Ты же рассказывала, что слюна кэмела напоминает клубнику. Ну, мне так говорили, я читал. Вот редкая возможность проверить это на себе. Надо, чтобы верблюд в кого-то плюнул. Мы в Camel Park на Кипре. Нам нужно, чтобы в кого-то плюнул верблюд. Вот такой верблюжий парк. Есть детская площадка. Вот. А также все туристы, кто заказывает экскурсию, могут купить пакет большой с плодами рожкового дерева, чтобы покормить верблюдов. Целый парк аттракционов. Для детей очень много всего. Пацерум. Мы сейчас увидим ламу. Какая она маленькая. Начешем. Давай, на вкусный рожок. Слушай. Зубы грязные. Нет, дантист ему нужен срочно. На дружок. Убери. А ты еще жуешь. У тебя такие зубы. Они едят. Давай ешь. Вот, смотри. Держи. Здорово, интересовался. Какой колёсик. И все же ему пихают очень в этот. В его. Они огромные.
хороший. Анна, какие у вас первые впечатления от катания? Ой, самое классное — это на нем ехать. Но самое страшное — это посадка. Он так страшно садится, что у тебя сначала вперед, потом назад. Мне было страшно, но было здорово. А еще мимо нас проходили люди тоже на верблюдах, такие высокие. Класс. Козлик. Козлик, демона. Мы узнали твою тайну. И твою. А такой гусь меня в детстве ущипнул за попу, который с серой шеей. Верблюд в мою честь. Здесь спортом занимаются. Да. Нравится тренажер? Нет. Нет? Почему? Потому что он слишком не подстроен под человека. А может, вы просто технику не соблюдаете, надо скорее технично всего заниматься? Подскажите, как это? Надо у местного тренера спросить, он покорми его этим рожковым, расскажет.